Обалденно просто. Приготовление буженины – одно из самых простых блюд. Но все зависит от того, вкус буженины, сколько вы маринуете мясо. Для идеальной буженины маринад составляет 2-3 дня. Так, для буженины я взял шейку небольшую, 1,5 килограмма. Мне хватит. Соль. 2 нормальные такие щепоточки. Хорошие. Хрен. Так вот, где-то примерно 2 вот так вот, да, вот. На глазок 2 столовые ложки хрена. Теперь, опа, 1 чайная ложка горчицы, 2 чайная ложка горчицы с бугорком такая. И аджика острая, 1 чайная ложка. Вот так вот майонеза. Где-то столовая ложка с бугорком такая хорошая. Вот такая приправа у меня к мясу. Взял его, эту приправу, в магазине специй. Отправляю сюда. Так, перец, смесь перцев. И теперь это все, так сказать, вминаю весь этот маринадик в мясцо, чтобы он все прям пропиталось. Пакетик я беру и сюда буженинку в один пакет и во второй пакет. Все, отправляю в холодильник на 2 дня. Так, прошло 2 суток. Пахнет хорошо. Для запекания вот так вот чесночка. Опа. Теперь чуть-чуть прям чесночком нашпиговать. 165-170 градусов на 2 часа в духовку. Оба. Вот это да. Вот это прикольная вообще штука. Хлебушек макать прям вообще здоровски будет. Теперь бужениночку. Вот так вот. Во. И вот сюда. Шикарненько. А решетку в духовку на 15 минут 200-220 градусов. Пошел соус. Этот соус прям вообще самый ништяк. Хлебушек макать. Настолько обалденный. Вот сюда прям хлебушек макая прям. Ой, это так вкусно, прям изумительно. Ништяк, 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 вообще ништяк. Вот он эффект решетки. Он со всех сторон стал хрустящий. Вообще, буженину едят холодную. Но, ой, какая она сочная. Капец. Получилось прям вообще соки. Я такой человек, который ест буженину только в горячем виде. Только в горячем виде я ее приготовил. Вот 1,5 килограмма замариновал, приготовил, сделал. Вот у меня соус, вот у меня хлебушек поджаренный, греночки. Я их на сковородочке поджарил, хлебушек. И все, вот этих вот 1,5 килограмма сейчас не будет. Ну что, начнем пробовать. Вот этот вот соус обязательно, обязательно делайте. Почему? Потому что это естественный сок, специи, чесночок, берем хлебушек, вот так вот макнули. Ой, он такой обалденный. Ой, одним соусом прям можно, честно, кайфануть. Это
Это шикарно. Это божественно шикарно. Обалденно просто. Больше ничего не буду говорить. Буду есть. Всем, кому понравилось, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет очень много чего интересного. Всем пока.